Всем-всем-всем привет! Сегодня обзор моего заказа по вот такому весеннему каталогу, и он абсолютно будет противоположный. Не то, что вы смотрели на обзоре, когда я снималась, были съемки в Москве, потому что на самом деле, кто такая модель? Модель — это такая девушка, которой одевают то, что видит режиссер, стилист, дизайнер. И, как правило, не совсем спрашивают твое мнение. То есть здесь много обстоятельств. Это формат, это то, что там нежность должна быть. У меня практически не было макияжа, и все меня не узнали. Говорят: Ира, мы бы тебя не узнали, какая-то другая. Кроме того, я люблю использовать освещение. Мне даже сказали: Ира, ты беременна? Нет, я не беременна. Просто на меня одели розовую кофточку, которая, соответственно, меня полнит. В такое облегающие свободные вещи я не одеваю. Мне все-таки нравится какое-то что-то такое подчеркивающее фигуру, что-то вот, ну, в такой стиль. Также на съемке не было практически макияжа, только был просто тон кожи, и все, не было ни румяшек, ни подводки, ни моих любимых теней, которые я, мне кажется, Басюк без теней вообще никуда не выходит. То есть я даже за дочкой куда-то иду, веду ее на кружки какие-то, и я всегда ярко крашу глаза. Там была не я, да, при всех съемках мне было действительно как-то, ну, я себя не видела, да, зеркал не было, я себя не видела, и мне реально не хватало, чтобы прокрасить свои глаза. А также вы на мне видите сейчас помаду. Это не совсем мой оттеночек, но это 5-й оттенок, и вы просили свотчи не только на руке, но и на губах, как смотрятся эти оттеночки. Также хочу разобрать с вами новинки, поболтать с вами что-то более подробнее, потому что под комментариями я поняла, что такой формат болталочка вам нравится больше всего. Итак, поехали! Листаем странички вместе с вами, и первое — это Люсия. Люсия — это классический аромат, я в него когда-то была влюблена. Настолько сильно он мне нравился, он дополнял мой образ. Это было очень давно, не знаю, мне кажется, там лет 15 назад. Я сразу вспоминаю, работала еще финансистом. Сразу вспомнила ту одежду, которую я одевала. Да, тогда я еще шила на себя полностью. У меня были платья, костюмы. И вот то время было такое интересное, особенное. Вот. И сейчас, попробовав этот аромат, я как-то захотелось мне вновь окунуться, вспомнить это, нанести. И почему-то я пропустила. Вот сделала заказ, да, и когда сейчас, готовясь к этому видеообзору, я вспомнила: боже мой, почему я себе не заказала. А знаете еще почему? Потому что мне компания Oriflame прислала новиночку следующего каталога, и вот это меня оттолкнуло, да, что все-таки я буду пользоваться новиночкой, а не чуть позже. Следующий продукт со скидкой 55% – тушь Giordani. И это самая любимая тушь, и это не 5 в одном, как принято считать. Практически во всех видеообзорах о ней говорю, мне безумно нравится. Это самая моя покупаемая тушь, и сейчас покажу эффект. Прошел месяц, как я сделала реснички. Видите, уже остались остаточки, но в то же время еще нормально смотрятся они. И в это время, еще, наверное, недели две до следующей коррекции, либо просто я жду, пока обсыпятся реснички, я всегда прокрашиваю тушью. Вы можете видеть результат. Это самая крутая тушь в Oriflame для меня. То есть это самая покупаемая, не 5 в одном, не силиконовая, а именно пушистая щеточка. Она прокрашивает каждую ресничку, удлиняет, делает объем, прокрашивает хорошо длинные реснички. Вторая моя сейчас самая любимая тушь, которая будет, это вот это. Об этом я вам говорила, что, но она, не знаю даже, когда выйдет, может быть, летом. Вы спросите, какое дело макияж? Это база Oriflame-овские тени в стике. А дальше у меня еще идут вот такие тени Giordani. Палетка теней Huda Beauty, вот этот оттенок, плюс вот этот, вот этот, вот этот и вот этот.
Я никогда не использую только один оттенок. Мне нужно миксовать, смешивать. И потом еще я добавлю розовый оттенок Giordani Румян, чтобы это был завершенный образ в одной гамме. Такая моя любимая подводка. Это вот это вот Giordani. Всегда использую жидкий такой корректор для век. Когда мы делаем макияж, используем такой корректор, то это нам убавляет возраст минимум примерно 5 лет. Корректор у нас не забивает морщинки и выглядит потрясающе. Это мой любимый корректор. Скидка была в прошлом каталоге. Сейчас, по-моему, тоже какие-то есть корректоры, но это больше всего нравится. Но я хотела поговорить с вами о другом, о таком вот корректоре. Это моя палочка-выручалочка. Эти места, они очень синие всегда, физиологически практически у всех. И поэтому для этой зоны я буду использовать вот такой вот оттенок. Начнем с такого оттенка. Нам надо перекрыть вот здесь синеву. Вот здесь она у нас. Да? Сюда мы не протягиваем, потому что мы подчеркнем морщины. Вот у меня еще, в принципе, здесь есть вена. Я могу ее закрыть. Оранжевый он убирает визуально синеву. Да? Вот, но старайтесь не протягивать. Видите, вот тоже, насколько синий, вот, вот прям черный, да, вот этот вот темный оттенок у меня здесь. Поэтому сначала мы прокладываем оранжевый подтон, мы берем вот этот светлый. Конечно же, когда мне некогда, я оранжевым не прокладываю сразу этим. Он плотный тон, и вот убираем. Все, сейчас все это выровняется. То есть вот этот участок мы как раз-таки используем для того, чтобы делать корректировку. Проработать крылья носа. Немножечко забить в складочки светлого оттенка. Мы не наносим слишком толстый слой тонального средства, но мы используем корректор для того, чтобы точечно убрать изъяны кожи. Никогда не пользовалась полосками восковыми. От Горских Евгения говорит, что это чудо. Что здесь? Здесь 4 салфеточки. Я так понимаю, что после процедуры. Надо, конечно, инструкцию прочитать. Сначала взять полосочку, 10, растереть в течение 20 секунд. Сначала наложила тональный крем, потом решила сделать полоску. Ну что, красота. Это успокаивающая салфетка. Нам нужно удалить воск. Что только не сделаешь ради вас. Даже на камеру все это покажешь. Забыла, но это практически я делаю сразу. Для того, чтобы подготовить кожу к макияжу, губы. Стараюсь всегда использовать такой вот бальзамчик. Этот оттенок называется естественный розовый. В особенности, если вы используете какие-то матовые сухие помады, то сделайте так, чтобы ваши губы подготовились, увлажнились, смягчились, и дальше вы делаете другие процедуры. Румяна в нежно-розовой гамме с холодным подтоном. Когда мы используем помаду в холодной гамме, то и румяна должны быть в соответствующей гамме. Когда мы хотим сделать легкий макияж весенней свежести на 1-2-3, мы просто перемешиваем все эти 4 оттеночка и наносим на щечки. Ни в коем случае не выбрасывайте упаковочку, чтобы сделать из нее вот такую крестовину и разделить шарики по зонам. Оттенок фуксии мы используем под скулу. Вытягиваем к вискам. Далее переворачиваем кисточку и наносим розовый оттенок. Розовый оттенок у нас всегда освежает, поэтому мы его наносим на яблочки. И последний штрих. Мы наносим светлый оттенок в качестве хайлайтера. Чтобы сделать модный макияж в розовой гамме, мы также можем использовать эти же самые румяна. Для этого мы наносим розовые оттеночки и прокладываем складку века. И я вам уже неоднократно показывала, что все свои румяна я разделяю шарики по оттеночкам. И если мне надо, я миксую. Сочетаю, мне так больше нравится. Хотя, в принципе, и прелесть этих румян как раз-таки была там, в том, что вы смешиваете все оттенки, и каждый оттенок у вас делает какую-то свою функцию. И мне нравится то, что после видео, которое я показала, как разделять румяна, в Инстаграме пошел тренд, и все стали разделять шарики. Еще раз говорю, что вы можете как вместе наносить, так по отдельности. Реально вот этих темных оттенков мало. Первый вариант вы разделяете так. Вы также можете сделать 2 более темных оттенка, соединить вместе, и 2 светлых.
Вот, например, как сейчас я сделала такое разделение. То есть сначала более темным оттенком мы нанесем, выделим нашу скулу. Протягиваем к вискам. Не забываем всегда чуть-чуть лоб, немножечко носик. Затем мы берем более светлые оттенки и наносим на яблочки. Все, соответственно, где-то были наши прыщики, неровности, они уходят на второй план. У нас идет как хайлайтер, то есть вы можете сюда нанести. И также вы можете использовать просто как закрепление макияжа, делая чуть-чуть подсветочку, именно в качестве пудры. Это кисточка под хайлайтер. В качестве пудры вы также можете легко пройтись именно этим оттенком или чуть-чуть смиксовать с розовым оттеночком. То есть, чтобы такой вот живость пошла, вот она, да, и мы проходимся по всей зоне. Также у нас появилась лимитка, такая пудра. Тоже давайте попробуем сейчас закрепить. И здесь. Когда вы делаете корректор под глаза, обязательно нужно закрепить пудрой и пройтись. Это называется бейкинг. Таким образом, мы получаем свежий вид лица. Что добавлю? Во-первых, это обязательно рекомендую вот такую кисточку. Даже сейчас, когда я делала макияж, думаю, что-то я забыла. Эта кисточка у меня дорожный вариант, она у меня всегда лежит в косметичке, потому что удобно в чехле закрывается. Компания Oriflame ее выпустила очень давно, этот формат, но потом перевыпуск, и она была такой кошмарной, убогой, жесткой. Ну вот просто отстой. Я даже использовала то, что смазывала противень, пирожки, ну, делать там блинчики, все вот эта кисточка, потому что она была убогая. Сейчас же ее заменили. И там, я не знаю, сколько там тысяч волосков, очень крутая, нереально крутая, это совершенно другой уровень. И мне безумно-безумно она нравится. Как наносить румяшки, так и наносить пудру. Поэтому Басюк однозначно рекомендует именно вот эту кисть в обновленной упаковке. Вы меня просили сделать формат помад, 5 новых оттенков, не только на свотче, но и показать их вживую, как они выглядят. Вы просили сводчи оттенков. Первая помада — это Color Obsession Coffee с собой. Розовый восторг. Мягкая, комфортная такая текстура. Мне тоже этот оттенок идет, я уже им красила. Горячий красный. Противоречивые чувства. Почему? Потому что красную помаду я категорически избегаю. Она мне некомфортна. Красавица, фиалка. И это мой оттенок. Вот такие яркие помады я люблю. Пугающий черный. Нет, на самом деле это оттенок пряная вишня. Эта помада сейчас идет со скидкой, она стоит 279 рублей и победила в номинации Cosmopolitan Beauty Awards. Какой вам больше всего понравился? Следующая страничка — кокосовая вода. И прямо сейчас в чате Вероника Ситникова написала, что только выпустила пост и сразу у нее заказы появились. 13 заказов на этот комплект. Очень-очень крутая. У меня есть и эта масочка. Она практически заканчивается. И как-то что-то я забыла заказать. Скраб стоит всего 99 рублей. Да? Я не обратила внимания на скидку, потому что, ну, вроде как есть. Но вот надо было заказать, надо было маме. Ей он очень-очень понравился. Следующая страница — это 50% скидка на два интереснейших продукта. Во-первых, это капсула. И сейчас у меня была регистрация, проводила девушка с Питера, она сделала заказ и пришла в Oriflame только на эти капсулы, потому что она их знает. Нет, не девушка, женщина. Потрясающие штуки. Мне безумно-безумно не нравятся, и если мне нужно быстро провести свое лицо в порядок, то есть в поездках вместо ночного крема я беру капсулу. То есть сколько мне нужно? Там 3 дня, значит, там 3 капсулы недели, значит, 4, наверное, капсулы, плюс еще и ночная маска синяя. То есть я их
миксую, потому что, как правило, в отпуске это какая-то суматоха, это перегруженное лицо, это какие-то бешеные поездки, солнце, море, недосып, да, потому что активность повышена, вот. И в этот момент вот капсулы меня спасают. И если вы хотите вот прям экстренно привести в порядок лицо, используйте курсом. То есть полностью в течение месяца убирайте ночной крем, используйте только эти капсулы. Не ждите окончания каталога, потому что он скоро закончится на всех складах России. Его разметут. А я с новой помадой «Красавица фиалка» и открываю вам следующую акцию и выгодное предложение. И это новинка. Очищающее средство и тоник в серии против пигментации. Рассказывала о них в обзоре, но не все. Серия вдохновлена шведской природой и содержит комплекс активных компонентов, осветляющих кожу. В четвертом каталоге у нас появляются средства по очищению и тонизированию против пигментации. Каждое утро и вечер я использую специальное очищающее средство для кожи. Ведь хорошо очищенное лицо – залог того, что следующие продукты будут работать на более глубоких слоях кожи. И зачем же нам питать старые клеточки? Зачем нам нужен тоник? Да-да, я знаю, что он у нас у всех есть, но пользуется, к сожалению, только единицы. А потом удивляются, почему у них серия не работает. Давайте с вами разберемся, зачем же он нам действительно нужен. Ну, во-первых, чтобы убрать таблицу Менделеева с кожи. Почему? Потому что мы все с вами пользуемся водопроводной водой, а она, к сожалению, не идеальна. Во-вторых, нам надо убрать остатки очищающего средства, так же, как и косметику, для того, чтобы следующие продукты работали более эффективно. Я ими пользуюсь чуть больше, наверное, месяца, и это крутейший продукт, я просто кайфую. Во-первых, вот такая вот кремовая текстура. И когда вы наносите водичку, наносите вот так разминать, и это превращается в пенку. И я не люблю молочко. Меня бесит молочко, оно мне не нравится, как оно снимает макияж. Ну, не люблю я, некомфортная текстура. А это же, когда вы делаете в пенку, и вот когда вы очищаете лицо, старайтесь вот прям, ну, раз 30 вот так вот потереть, и вот у вас это вобьется в пену. Вообще, если взять азиатский уход, они все делают, вспенивают. И именно вот этой вот пенкой вы начинаете убирать макияж. Это комфортно, вытягивает макияж. Безумно-безумно нравится. Так, сейчас вымою и продолжу. Еще одна фишка в пользу применения тоника. Да, я знаю, что у многих он стоит на полочке, но пользуется, к сожалению, единицы. А вот в азиатском уходе существует такое правило применения тоника в течение первых 3 секунд после умывания. Почему? Потому что кожа теряет влагу на 60% в течение первой минуты. И для того, чтобы удержать, запечатать, увлажнить ваше лицо, азиатки используют тоник в течение первых 3 секунд. Умылись и сразу протирают лицо тоником. Если же время не успели, то обратно вы идете, умываетесь и заново начинаете процедуру с тоником. Следующие странички и гели для душа, мыло. И я заказала себе еще одно мыло. Часто я могу вложить кому-то в качестве подарка, потому что у меня еще гели для душа есть из этой же серии. Мне безумно понравился этот мусс, и каждый раз, когда я в душе, у меня рука тянется именно за ним. Я не наигралась. Знаю, что многие из вас уже попробовали, поэтому напишите в комментариях, как вам новиночка. Для меня так, я бы очень-очень хотела, чтобы в компании Oriflame было побольше таких муссов, что-то там, может быть, розовое, с розовым маслом. Не знаю, что-то, вот хочу продолжение вот таких серий. Безумно круто. И кожа такая мягкая. Вот даже сейчас, да, я трогаю кожу, она увлажненная, такое ощущение, что она после крема. А дальше странички, где ароматы со скидками. И я сразу же потянулась к вот этой новиночке, которая будет в следующем каталоге. Она называется Sun Kiss Garden. Это вот... Это мой аромат, и это мой дневной аромат. Не знаю, раз 15 вчера я его точно нанесла.
Да, он чувствуется на коже, да, он есть, но я не могу, мне хочется, хочется, хочется его наносить. И он невероятно похож вот на этот аромат. Вы видите, да, вот это безумно мне понравился. Даже я побежала к мужу, показала, говорю, попробуйте ароматы. Он говорит, нет, это два разных аромата. Для меня так они очень-очень похожи. Да, нюансы, потом уходит шлейфовость аромата немножко в другие нотки, но вот что-то такое вот вкусненькое. Три базовых нотки. Питая, ландыш и мускус. Не знаю что, но этот аромат меня завораживает. И проходит буквально 20-30 минут, я бегу, нанесла. Нанесла этот аромат на себя, все, мне нравится, все. Проходит опять 30-40 минут, все, я бегу к этому аромату, я наношу. Я аромаманьяк, мне нравятся ароматы. И я знаю, что этот аромат вот скоро превратится вот так. Этот аромат тоже моего настроения, дневного настроения. И он будет буквально со скидкой в следующих каталогах, я обязательно его закажу. Как мне нравится. Это Sankey из Garden. По стойкости, мне кажется, это где-то 4 часа будет держаться аромат. То есть это не такая вот хоп и выветрилась водичка. Нет, все-таки шлейфовость есть. Все-таки вот такое вот, тем более нота мускуса в ней есть, будет устойчив. Не как парфюмерная вода, но вот что-то среднее. А наношу я его безумно, потому что мне хочется вдыхать первые базовые ноты. И он будет стоить всего 529 рублей. Ну, копейки. А мы листаем дальше. И там идут ароматы, ароматы, ароматы. А, кстати, подо все помады, которые наносила, я использовала контур для губ. И вот это, под эту помаду использовала оттенок лиловый клевер. А еще у меня произошло очень важное событие в моей жизни. Я решилась и сделала татуаж бровей. Видите, как он выглядит. Это до коррекции. Еще будет одна коррекция через месяц. Я в восторге, потому что на брови тратила где-то в среднем 7 минут каждый день, потому что у меня, вот кто знает, там без макияжа, у меня бровей нет. Это такой кайф. И я всем рекомендую найти своего мастера, чтобы сделали пудровое напыление, чтобы у вас была не прорисовка, да, а именно пудровое, как будто у вас техники в карандаше, то есть у вас забился тон. Если мне очень-очень хочется сделать такой классный базовый макияж, то еще добавляю вот такой вот гель для бровей. Оттенок у меня темненький сейчас. Он закрепляет брови. И, ну, как бы визуально вам особо сильно не будет видно какой-то эффект. Просто они станут более густыми. Ах, люблю. Боже мой, какое счастье делать брови и буквально чуть-чуть только подкорректировать, чтобы создать форму, объем. Заметили, что брови стали более ухоженными, такими они естественные, боже мой, как я кайфую. Листаю страницы, нахожу аксессуары, заказала себе серьги по бизнес-классу с 50% скидкой, но в принципе они стоят 549 рублей сами. Считаю хорошо, смотрятся достойно, интересно. Ну вот такой вот подзвериный принт, у меня еще есть, сразу вспоминаю свой шарф, такой зеленый военный гамми, который у нас был в Oriflame, очень такой вот крутой, мне нравится. Если мы берем аксессуары, за 199 рублей пришла вот такая вот сумочка. Так она выглядит. Я ее оставлю на подарок, потому что в такой гамме у меня самая-самая любимая есть сумка Guess, но она стоит 10 тысяч. Ну и вы наверняка ее видели на фотографиях, я ее практически везде ношу. Вот моя любимая сумочка Guess, которую я купила еще в прошлом году, я ее реально затаскала. Вот эта вот гамма, она очень-очень крутая, вообще практически под все смотрится. И знаете, что я хочу сделать? Мы попробуем вот так сделать. И у меня получается вот такая сумка. Как вам такой вариант? Поэтому пробуйте, добавляйте другие ремешки к сумкам, они будут совершенно по-другому смотреться и играть. Свои ремешки, золотые цепочки, потому что будет смотреться очень здорово. Со скидкой 149 рублей заказал тальк для мамочки. Реально крутая штука. Кто пользовался, знает. Потому что начинается весна, лето, и вот опрелости, ножки обрабатываются. В общем, все тело там, где у вас натирает, очень круто. Также посыпаются в обувь, чтобы впитывал неприятный запах. То есть такая вот универсальная штучка. В компании Oriflame они уже много-много лет, и их убрали, и сейчас опять они возвращаются. Wellness батончики, перекусы, потому что чаще всего в модельный агентство, когда мы идем, там 3 часа, и она хочет кушать, детки бегают.
бегают за какими-то там гамбургерами, картошку фри дают, а нас же всегда перекусывают батончиками. Я считаю, что это более здоровая еда, и кроме того, это восполняет жор, да, когда ребенок хочет есть. Витаминки. Или он пришел в такой красивой упаковочке. Сейчас начинается пост, и любимый решил попоститься. У него папа, ему 70 лет, он реальный Ален Делон, это просто красивейший мужчина, без капли жира, он такой, у него пресс сильнее, чем у моего супруга, и вот он уже много лет, он соблюдает пост, он занимается спортом, он реально и красивейший, просто красивейший мужчина. Пример, который вы подаете детям, это ваш собственный пример, так же, как и папа подал пример своего образа жизни, отношения к жизни, к спорту, к здоровью, также супруг сейчас садится на пост, не знаю, я не смогу вытерпеть, но вот он сейчас, это его wellness-супчики, он заменяет один из приемов пищи, и он сейчас счастлив, несколько дней прошел поста, и он счастлив, что вес наконец-таки начинает уходить. Также промелькнула тушь 5 в 1. В прошлом каталоге была потрясающая акция, в этом каталоге мы встретились в модельном агентстве, и одна из мам говорит: Ира, мне нужна тушь. Я говорю, вот буквально докрашу эту тушь, мне не нужна никакая другая. Я люблю именно силиконовую щеточку. У меня дома всегда в запасе было несколько таких штук, но 8 марта я их разложила по подарочкам, и, к сожалению, у меня нет, поэтому заказала вот такое. Она сейчас 349 рублей. Ну, а это у меня краска для волос. И я передаю большой привет Наталье Рудневой, которая под каждым видео уже в течение нескольких лет мне задает вопрос: Ирина, какой у тебя сейчас оттенок краски? А какой сейчас оттенок краски? Вот оттенок краски у меня 5.25. Оттенок краски у меня 5.25. Это на ближайшее время оттенок краски 5.25. И когда-то у меня будет еще 8.1. Это было очень давно, наверное, года 3 назад, когда был более светлый оттенок, и на концах такие вот была блондиночкой. Когда я покрашусь этой краской, я не знаю. Но когда вы видите у меня более светлый оттенок, это будет краска номер 8.1. А так это будет все время 5.25. Также какой у меня оттенок краски, это облезлый 5.25, мне надо скоро краситься, и этой краской я пользуюсь 9 лет, как только она пришла в Reflame. Круче краски для меня нет. И последняя страница, это лаки для ногтей. После обзора, когда были съемки в Москве, мне подарили все 10 оттенков, что, наверное, я сделаю акцию и раздарю эти лаки. Почему? Потому что на протяжении уже нескольких лет я делаю шеллак. И потрясающая акция. Набор тушь, крем для рук и туалетная вода за 449 рублей. У меня уже есть эти все продукты, которые я покупала ранее. Ну и последняя страничка. Это бальзамы для губ. У меня есть один клиент, который из Oriflame заказывает только эти бальзамы. Она меня нашла в соцсетях. И самый ее любимый оттенок, это вот этот оттенок. Сейчас вам покажу. Даже я заказала его себе. Мне настолько интересно было, ну что ж такое, что вот... Она говорит, мне из Oriflame ничего не надо, но это самый крутой бальзам, который я пробовала. И заказывает его на протяжении много времени, причем она его заказывает у меня даже без скидки. И когда я увидела, что акция 149 рублей, я ей позвонила, и она у меня заказала еще 2 бальзамчика. Это был мой заказ. И также хотела показать, что в следующем каталоге у нас запускается спрей автозагар. Я попробую его, боюсь. Почему? Потому что спреи, если вы хорошо не отшелушили кожу, они ложатся пятнами. Посмотрю, как он будет работать, и обязательно вам расскажу. Ну все, до новых встреч. Расскажите, что себе в этом каталоге приобрели, что понравилось, что не понравилось. И до следующих встреч. See you later. Пока!